Физкульт-привет, друзья и ученики! Вы просили меня снять видео о том, что случилось с Рич Пиано. Я не снимал ролик, потому что уже два ведущих российских обозревательных канала JB и Спортфаза делали выпуски на эту тему. Но вы в комментариях просите меня все-таки разъяснить, что на самом деле случилось с Ричем. Так как знаете, что я общаюсь с его друзьями, с членами его команды, и сам Рич, когда приезжает в Орландо, приходит тренироваться только в мои залы. Вот, я связался с другом Рича, они вместе тренируются, и он, помимо всего, еще член его команды 5%, Калебом Грином. Кстати, именно на него ссылался Мокшин в своем видеоролике под ником. Вы можете его найти в Instagram Big Sea Green. Я спросил Калеба, что же на самом деле случилось, чтобы он дал разъяснение, потому что действительно очень много, как всегда, слухов, мифов вокруг этой ситуации. Так вот, друзья, на самом деле все банально и просто. Ричу стало плохо дома, у него закружилась голова. И как любой человек, как любой из вас, у меня такое тоже бывало, правда, я тогда болел, мы не теряем сознание, но падаем, так как резко кружится голова, неважно из-за чего. Падает, скорее всего, давление или повышается, это уже не важно. Но Рич упал и сильно ударился головой. Вызвали скорую, его увезли, и Рича действительно ввели в кому. Но это искусственная кома, она нужна для того, чтобы врачи успели разобраться в ситуации быстро, среагировать адекватно на причину, а не на следствие. Как говорят врачи, со 100% уверенностью, и вы будете смотреть этот ролик, наверняка Рича уже выведут из комы. Врачи не сомневаются нисколько за состояние его здоровья, и все у Рича будет хорошо, так же, как и в бизнесе, так же, как и в его карьере. Лично я желаю Ричу и, думаю, все вы, скорейшего возвращения к нормальной жизни, скорейшей реабилитации, тренинга. Что знаю точно, нету никакого отравляющего вещества, ничем Рич не интоксифицировался, и все слухи о каких-либо наркотиках просто смешны. А даже если здесь во Флориде кто-то и когда-нибудь курит травку, здесь это было и будет всегда, и это, в принципе, практически легально, я думаю, что от того, что вы покурили траву, с вами ничего такого бы не случилось. Но суть не в этом. Просто на то, чтобы всякие хейтеры, тролли, завистники, те, кто ничего в жизни не добивается, но любит обсирать, и ему приятно, когда у какого-то успешного человека случаются проблемы в жизни. Можете расслабиться, друзья. С Ричем все нормально. Скоро мы увидим, я уверен, его уже личное выступление. Он сам даст всем нам разъяснение, что с ним случилось на самом деле, почему он потерял сознание и ударился головой. А вам я, друзья, желаю, естественно, здоровья. И берегите себя, следите за тем, что вы делаете, как вы делаете и зачем вы это делаете. Увидимся в тренажерном зале. Всем пока. Друзья, не пропустите. Я уже выпустил ролики и статьи с нормативами, с тестами, когда переходить с уровня новичка, среднячка на продвинутый уровень и начинать тренироваться по принципу периодизации. Отдельно статьи и видео для парней, отдельно статья и видео для девушек. Обязательно изучите их, проверьте свои знания, проверьте свои силы, чтобы каждый ваш шаг был на ступеньку выше, чтобы вы не скатывались назад, не топтались на месте, только развивались, только двигались вперед, сохраняя и улучшая при этом свое физическое здоровье. Вступая в мою закрытую группу профессиональных тренировок, на каждую новую неделю я выкладываю тренинг, как раз таки рассчитанный на
циклирования, периодизации, на все типы мышечных волокон. И тебе не нужно тратить время, просто заходишь в начале недели, открываешь график, и на следующую неделю у тебя полностью целиком расписан тренинг, тренировки по дням, по упражнениям, по количеству подходов, повторений и все, что с этим связано. Заплатить за группу нужно, за вступление в группу. Но ты платишь всего один раз. В группе нас уже 140 человек, нет ни одного недовольного. Так что делай свой выбор. Если есть время и желание развиваться, изучать все это, то все есть на моем сайте. Если нет, то просто вступай в мою закрытую группу. Увидимся, друзья, как всегда, в тренажерном зале. Не забывайте поделиться данным роликом со своими друзьями. Всем пока! Сухой мышечной массы и силы без травм.